какой-то. Подошел, поймал, получил, задел, ушел. Ты что-нибудь слышал про останавливающие действия патронов? Ну, тебе больно уебал. Тебе ничего нет? Такой анимации раньше не было, кстати. Где моя граната? Не вверх или вниз? Чтобы мне подсказывать, что вверх. Я забыл, что я без гранат. Блять. Перепрыгнуть не получится, да? Это было тупо. Алекс. Ну, по крайней мере. Блять. Может, все-таки бросить тут что-нибудь? А, хуй там плавал, блять. Ну ты что, не можешь? А, она застряла у меня в руке. Так, блять. Thank you.
Да я даже не вспотел. Data pod, right? I do. Russ, this thing's biocoded. I'm gonna need the TLI. Yep, it's right over there. Okay, great. You good, honey? For sure. You go ahead. I'll be fine, Dad. I promise. Keep that promise. I'll get to work on the data pod. Ёб твою медь. Я до туда не дотягиваюсь. Сука! Блин, и шприц там остался. Не, далековато. Я что-то думал, мы туда вернемся. Мне что-то надо спрыгнуть. Вот, блин. Правда? Может, не надо? О. А вот здесь я, кажется, закончил игру. Год назад. Так что для меня это ебанина вообще теперь неизвестная. Коллиматорный. Ну, давай мне фонарик сюда. Вот он только коллиматор, да? 19. Ну-ка, давай, что можно взрывать? Нихуя, и гранатомет. Хм. А, блин, лазерный фонарик 25. Что это, охуеть?
Не, давай лазерный фонарик подождем. Священный. Че, все, ты испарился, блять? Делать-то? Может, что его сохранится? Тут я не вылезу, да? Ой, блядь! Russ, how's Dad doing? Does he seem okay? Oh, he's fine, Alex. He's working away over there. Good. Well, thanks. Oh, he is missing a leg, though. Yeah. You know, he was missing a leg before. Right. Well, it's still gone. Thanks, Russ. Sure thing. Чудники хуевы. Певчанская. Даже оно есть. Бля. Даже гравицапа не хочет, блин. Нихуя себе. Куда она, бля, делась? Ага. Смягчил, значит, своим телом, сучонок. Хуёв тебе тачку. А так, блядь, не работало. Какой я это делаю? А, типа, по вот этой трубе. Угощайся. Я сюда могу спрыгнуть? Хуё в тачку. Угу.
О, мистер Барнакл, это с тебя выпало? Ты знаешь толк в еде. Подожди, я же там дверь открыл. Вернее, этот эскулатер. Мне туда не нужно разве? Блять. О, Алекс! Are you seeing that? The Vortigaunts are taking down the power station. Yes! My work! Что-то кажется там пизделовка будет. Зато красиво. Чё-то вообще не страшно почему-то. Красиво, сука. Это та дверь, которая была закрыта. Не, погоди, это не та дверь. Я все равно, получается, не могу вернуться, да? Пробил хп уже. А, вот она, та дверь. Ой, блядь. Я же на нем стою, да? Здесь вертигоны, да? Типа тусят. Почему мы их не освободим? Здесь. Не работает. Тут зашмаляет. Ну да, это тот шмалял. Интересно, он шмалял.
сука. Мысли, блядь, какая день? Вы умеете делать невидимыми? Блядь. Да ёб твою медь! Это ж не башка, а одни мозги, блядь. Окей. Ну, чё-то не очень ивент, все равно. Пивчанский. Думала, спряталась бутылочка. Да иди в пизду. Ух ты, блядь. О, сама. Ну, по-моему, все. Какой ты странный. Okay, there's no direct path from where you are to the vault, so you're going to have to snake your way there. Well, it's huge, so it shouldn't be hard to know which way I'm going. I don't understand what they're doing with it here. If this weapon is so powerful, why keep it locked up in a dump like this? My guess is they're trying to find a way to ship it off Earth, back to their home or some other planet. Why not use it here? They already won this war, Alex. Логично. Бля, гранат у нас нет, да? Эй, ладно. Ну и помочка у вас тут. Блять, это ебало, блять. Эй, погоди, блядь, сука. На рука так не гнется. Ну, хотя бы две, блядь, а не три. Пойдет. Зажигалка, может он использует? Хуё в тачку.
это у вас тут вечеруха была. Ебанись какой ты хуй пойми что. О, у тебя даже глаза есть, охуеть. А там были мозги. Ну ты урод. Что-то было написано, я не успел прочитать. А ничего, что там, блядь, граната взорвалась рядом с вами? Ну, а ты еще, блядь, почти целый. Хуя себе, блядь, ты чё кидаешься? Хуёво мне. Чего ж тут сказать? А, мне сюда и надо было, да? Взорвался, блядь? Каким хуем? Чё-то я пропустил, блядь. Фонарик. Ёбаный рот. А, может быть, не оттуда надо было сюда перепрыгнуть? Кажется, да. Ну, хоть что-то. Тут тебе молоточек в голову воткнул. А ты уже был там или нет? Я, судя по рукам, был. Блин-то.
Ничего. Блин. Да ёбаный ты стыд. Певчанский. Не поймал, я хотел. Вот не будем патроны тратить. Да ёб твою мать, лёд. Будем меня не достать. Пойди. Хули я тут делаю, собственно? А, мне вот сюда. Хуёв. Блять, что далеко, что ли? Действительно далеко. Ну, блин. А, мне просто туда, мне не наверх. Нет! Изи. Что-то мне кажется, сейчас пиздовка будет.